Сегодня в столице республики начал работать новый маршрут городского транспорта. Столичная администрация заключила договор на право осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом по маршруту номер 65. Проспект Геннадия Айги, улица Космонавта Николаева, остановка Универбаза. Новый маршрут соединит новый микрорайон Садовый с центром города и пройдет по улицам Гагарина, Ленина, Николаева и проспекту Мира.